Прогулка самая лучшая. Газета «Погода» самая лучшая. В городе. В городе. Как тебя зовут? Катя. Молодец, Катя. Катя, конфету возьми, чай чуть давай. Попозже будет. Ваша стоимость, да? Где поучаствовать? Пожалуйста. Плавайте. А? Я плавал, говорю, вот. Да, именно, да. Вот зимой, когда крещение было, я холодно. Давай, давай эту возьмем. Да, вот там он. Понятно. Да. Женя, возьми дозатку. Когда все это кончится, а? Ну вот я так и снимаю. Могли бы сказать, хоть до вечера бы. Ниточки вот поактивнее бы раздавать. Попить бы. Держи. А, спасибо, добрый человек. Так, ты молодцы, да, вышли про себя. Не то, что раньше. Нет, мы с ним маску. За добрые слова. Да? За спасибо. Про газету. Про газету, вам про город. А, город. Скажите, как вы нас любите? Постоянно читаем так. Что последнее самое интересное прочитали? Ну как, последние новости вот смотрел, что начальник МЧС посетили. Ага. В основном-то еще программа. Любите про город? Ждете? Ждать жду. Ну хорошо, как вас зовут? Роман? А где Вера? А фамилия? Как? А, уже дома? Спасибо, Роман. Он еще минут через 10, наверное. 10 минут. Распакуй конфет. А? Да, давно уже. Я говорю, она быстро замерзла. Евгений, спешите.